С удовольствием предлагаю предоставить слово Крюкову Михаилу Витальевичу, главному арбитру сегодняшнего турнира. Пожалуйста, Михаил Витальевич. В настоящий момент зарегистрировано в турнире А, значит, около 200 шахматистов, ну и плюс около 200 шахматистов детей. То есть по количественному составу Донской Рапид превзошел уже в настоящий момент все те Рапиды, которые в этом году проходили. Значит, это был Рапид в Элисте, в Грозном. Ну и вот сейчас я считаю, что достаточно удачно перенесли из Ростова в Новочеркасск, потому что могу сказать, что зал в Новочеркасске намного лучше, чем был в Ростове, несмотря на то, что в Ростове тоже хороший. Вот. Сергей Анатольевич, да. Мы сейчас будем цвет, жеребьевку на цвет делать? Нет, или... много чего там, на цвет, да, красиво, то есть, да. У меня-то, в общем-то, что осталось? Сделать жеребьевку на цвет для рейтинга фаворита и напомнить по регламенту. А так, я считаю, что Донской Рапид должен развиваться. Вот. Вот, так что всех с Днем Победы. Всего доброго.